Закон Ненецкого округа об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов принят в первом чтении. Основные параметры казны региона согласовали депутаты окружного собрания на сессии. Так, прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета на 2019 год составляет 17,8 миллиардов рублей, расходы 19,5 миллиардов, дефицит 1,68 миллиарда рублей. Расчет доходной базы окружного бюджета на 2019 год и плановый период складывается из налоговых поступлений и безвозмездных отчислений с федерального бюджета. Так программируется, что в следующем году доходы составят 17,8 миллиардов рублей, а в последующих 17,15 соответственно. Наибольшую долю 37% составляют доходы, полученные от Харьягинского месторождения. Следующие по величине – доходы от налогов на имущество. Однако преодолеть так называемую нефтезависимость, чтобы доходная часть оставалась стабильной, а не корректировалась с учетом курса доллара, невозможно, так как Ненецкий округ был и остается сырьевым регионом. Мы нефтезависимый регион, и мы не сможем полностью уйти от зависимости от нефтедобычи. Поэтому основной как валовый региональный продукт, так и доходы у нас будут поступать от нефтяных компаний. Поэтому, конечно, наращивание собственного потенциала – это у нас где-то 25% обслуживающие, так сказать, предприятия и прочее. Мы проводим определенные мероприятия, но полностью нам уйти от нефтяной зависимости не получится. В 2018 году была максимально снижена нагрузка на государственный долг Ненецкого округа. По состоянию на 1 октября этого года госдолг составил 2 миллиарда рублей в виде облигационного займа. Его удалось уменьшить на четверть. В 2019-м на его обслуживание потребуется 429 миллионов рублей. По сравнению с первоначальным планом, это меньше на 42%. Согласно экспертному мнению, необходимо реализовывать меры по повышению эффективности доходов в региональную казну, активизации источников, мер, способствующих развитию территории. По налогу на имущество, транспортному налогу. В своем заключении мы предложили проанализировать эффективность пониженной ставки по налогу на прибыль, связанной с выполнением условий по вводу в эксплуатацию объектов основных средств, так как, по нашему мнению, эффективность ее не очевидна. Кроме того, одной из основных задач, которую поставил перед Департаментом финансов председатель законодательного собрания, станет задача по снижению дефицита бюджета в максимально возможном объеме. Эта задача ставилась, стоит и будет ставиться всегда. И вы видите, по той политике, которую проводит администрация уже в этом году, у нас фактически дефицит, так сказать, на этот год преодолен. Я думаю, что это постоянно и в соответствии с основами политики, утвержденной администрацией долговой, это основная задача администрации. Мы над этим будем работать. Основные параметры бюджета и все требования к ним соблюдены. Сейчас депутатам предстоит непосредственно работа с основными распределителями бюджетных средств, то есть с каждым департаментом в отдельности. Мы будем учитывать мнение, в том числе, и департамента, и управления финансов, и те рекомендации, которые были высказаны в ходе общественных слушаний по бюджету. Поэтому, еще раз повторяю, наша работа будет целиком направлена на то, чтобы мы соблюли нашу социальную направленность нашего бюджета. Подготовка законопроекта ко второму чтению начнется с 13 ноября и должна завершиться 5 декабря. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».